Сегодня я получил тяжелую для меня новость. Умер замечательный человек Василий Ефимович. Мастер колесных лир, или как назвала его однажды Наталья Сербина, король лир. Мы не так давно были знакомы с Василием, но каждая встреча, это было такое хорошее, дружеское, теплое общение. И в конце ноября он приезжал к нам в город. В день его приезда в нашем Дворце культуры проходил детский фестиваль «Искорка Божья». И как подарок для жителей города было выступление Василия Ефимовича и на колесной лире, и на балалайке, и на гармошке. Затем мы с Василием ходили в госпиталь к нашим раненым военным, к медперсоналу, давали им концерт, Василий выступал перед ними, и была еще поездка в Мариуполь. Поездка была долгая, я имею в виду и в Мариуполе, после Мариуполя к таможне. Мы ездили к двум женщинам, которые после того, как их дома были полностью уничтожены, они жили в заброшенном или оставленном доме, там есть электричество. Вот мы приехали, и эти женщины очень как-то тронули сердце Василия. Он пел им духовный стих про божьих птиц. А потом мы долго добирались до таможни. И вот всю дорогу мы с ним беседовали, больше даже он говорил и рассказывал о своей молодости, о своих каких-то похождениях. Но я думаю, что это не были просто рассказы о похождениях, это, скорее всего, была его исповедь. Потому что, ну, в обычных ситуациях люди об этом не рассказывают. Он говорил, что эта поездка очень тронула его, и впереди его ждет работа над двумя инструментами. Затем он собирался делать струны, жильные струны, и переосмыслять эту поездку на Донбасс. Несколько раз он писал мне или звонил, я уже не помню, но важно то, что он хотел приехать еще, вот пообщаться с этими людьми. Я надеюсь, что эта поездка что-то сильно изменила в нем. Во всяком случае, он так тоже говорил. Но сегодня я получил весть о том, что его нет. Для меня это очень, ну, горе. Я, безусловно, буду молиться о нем. Я буду о нем помнить. Я буду играть на его инструменте. И каждая песня, сыгранная теперь на этом инструменте, она будет с неким таким смыслом. На днях мне попалась еще одна колесная лира. Хозяин этой колесной лиры трагически погиб. И человек, с которым Василий Ефимович меня познакомил, это Лоранс Гион, который живет в Переславле-Залесском, сказала: назовите ту лиру «Голос погибшего певца». Это тоже теперь голос Василия. Я хочу в память о нем, не знаю, получится ли приехать на похороны. Дорога очень далекая и непростая в связи с погодными условиями. Но я хочу в память о нем в этот вечер спеть духовный стих «Ой, вы, братья мои и сестры». Ой, вы, братья мои и сестры, вы по духу все друзья. Вы придите, посмотрите, жизнь окончилась моя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вы придите, посмотрите, Господь чудо сотворил. Слетел ангел Божий с неба, душу с телом разлучил. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Лежит тело бездыханно и не может говорить. В
вы придите, братья, сестры, мое тело схоронить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И с молитвою святою до могилы донесите, и с прощальными слезами вы в могилу опустите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ой, вы, братья мои, сестры, сожалите надо мной. Вы молитесь Богу слезно, со святыми упокой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И разлучную молитву вы пропойте надо мной. И поклоны положите, и засыплите землей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мою мрачную могилу вы слезами окропите, и крестом святым тихонько изголовье осените. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Где прольются ваши слезы, там и вырастет трава. Я там буду спочивать им аж до страшного суда. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Царство Небесное рабу Божьему Василию. У него, наверное, были сложные несколько отношения с Богом, но он был простой, открытый, настоящий русский человек. И вот этому настоящему русскому человеку Царство Божие и вечный покой.